5-летний ребенок пострадал в результате автонаезда в Хивском районе. Как сообщает МВД Дагестана, все произошло в селе Харедж. 48-летний местный житель, управляя автомобилем «Лада Приора», совершил наезд на малыша. Он внезапно выбежал на проезжую часть и попал под колеса. В результате ДТП ребенок с различными телесными повреждениями был доставлен в больницу.